В столичном парке Амазония рядом с колесом обозрения появилась зеленая красавица. Праздничный хоровод вокруг елки дал старт новогодним мероприятиям в Московском районе. Сколько у нас тут деточек собралось! Школьники, детсадовцы с удовольствием танцуют и водят хороводы вокруг зеленой красавицы. Вместе с ними волк, лиса, баба-яга и, само собой, свинка – символ наступающего нового 2019 года. На свежем воздухе, в такую хорошую, красивую погоду. Дети с радостью танцуют, пляшут. Мы ведь основное время в учебном процессе проводим в помещении, а сегодня мы на свежем воздухе. Это дорогого стоит. Ожидание счастья, радостных событий, исполнение самых заветных желаний. О чем еще можно мечтать в преддверии Нового года? Особенно ждет детвора каникул. Обязательно будут мероприятия в образовательных учреждениях. И будут работать по месту жительства катки. Организовано порядка 10 лыжных трасс на территории нашего района. И здесь в парке 500-летия даже откроется каток, как в прошлом году. Стройная, пушистая, елка серебристая, лапинки с сучками, а сучки с крючками. Елочки, пенечки, пенечки. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Борис Андреев. Республика. Пенечки.